Жертвами COVID-19 стали еще 14 человек. В результате вызванных болезнью осложнений скончались 9 мужчин и 5 женщин. Таким образом, число смертей возросло до 6521. За сутки заразились еще 213 человек. 189 из них не были вакцинированы. Специалисты обработали более 2800 тестов. Трое заболевших прибыли из-за границы. В настоящее время лечение в больницах страны проходит 734 пациента. 54 из них находятся в критическом состоянии. Шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. В то же время выздоровели еще 499 человек.